ситуация на дорогах города вновь вывела «Магнитку» в лидеры, только на этот раз с негативной статистикой. Процент наезда на пешеходов в нашем городе стал самым высоким не только по области, но и по России в целом. Он составил около 50% от всех дорожно-транспортных происшествий, произошедших с начала года. Эти цифры стали толчком для организации специализированных рейдов, направленных на пресечение подобных нарушений. Наезды на пешеходов в 2016-м действительно побили все рекорды. С начала года было зарегистрировано 118 ДТП, произошедших по вине водителей, и 27, причиной которых стали сами пешеходы. В результате 7 человек погибло, и 187 получило ранения различной степени тяжести, в их числе 24 ребенка. Местом подобных происшествий являются, как правило, нерегулируемые пешеходные переходы, наезды на которых происходят по одному и тому же сценарию. Когда водитель в соседнем ряду останавливается с целью пропустить пешехода, а водитель по соседнему ряду продолжает движение, что приводит к наезду на пешеходов. А вот наиболее частыми нарушениями правил дорожного движения со стороны пешеходов является переход проезжей части в неустановленных для этого местах. В результате только одного четырехчасового дежурства на перекрестке улиц Труда и Советская сотрудниками ГИБДД было выявлено 40 нарушителей, 27 пешеходов и 13 водителей, на каждого из которых был составлен протокол об административном правонарушении. За нарушение правил перехода проезжей части пешеходами предусмотрен штраф в размере 500 рублей. За нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов предусмотрен административный штраф в размере 1500 рублей. Пренебрежение правилами дорожного движения нарушители чаще всего объясняют спешкой. Сотрудники ГИБДД обещают, рейды будут продолжены. Кроме того, планируется организовать еще целый ряд профилактических мероприятий, направленных на пресечение подобных нарушений. Татьяна Артеменко, Владислав Гусев, телекомпания ТВН.